Добрый вечер. Завершился матч нашей молодежной команды с Приолитом. Уверенная разгромная победа со счетом 5-0. Один из игроков нашей команды, который вошел в игру во втором тайме, Степан Шестнев, поделится своими впечатлениями. Степан, расскажи, как игра смотрелась на скамейке запасных, в какую игру ты вошел и какую установку дал тренер, что ты должен был делать на поле? Ну, со скамейки было видно, что мы доминировали с первых минут. Мы забили быстрых два гола и, так скажем, захватили в свои руки инициативу и продолжали гнуть свою линию и создавать свои моменты. Потому что соперник садился глубоко, как можно больше мы старались создавать моменты. А Геннадий Александрович перед моим выходом сказал, чтобы я играл спокойно и больше играл в пас. Вот этот крупный счет не расслаблял команду? Казалось, что ребята бежали вперед, но бежали осторожно. Вот скажи, хотели ли забивать больше и больше, либо это по ситуации так получилось, что удалось 5 забить? Ну, я не скажу, что по ситуации нам удалось забить 5 мячей, потому что мы еще после 5-го забитого мяча создали несколько опасных моментов. Вот когда один из наших игроков попал в штангу, и я считаю, что там и несколько спорных моментов было с не игры, потому что соперник выходил до центральной линии, и я думаю, что там не было не игры. Тебе по позиции в центре поля пришлось действовать против опытных ребят, ну, полтора раза старше тебя, наверное. Скажи, насколько уверенно ты игралась на этой позиции, и вот насколько ты доволен тем, как ты вел борьбу с ними? Ну, я уже давно тренируюсь со второй лигой, и я привык к силовой борьбе и к, так скажем, к быстрому темпу игры. Я сегодня вышел, но сыграл уверенно, я так считаю, и грамотно. Больше, так скажем, играл в пас. Пока еще где-то у меня не получается там самому брать игру на себя, но буду стараться дальше прогрессировать. Партнеры помогли, да? Поддержали во всем, правильно? Да.